Одной из проблем как в Дагестане, так и в Хасавюртовском районе остается трехсменное обучение в школах. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на одной из встреч сказал, что надо уходить от этого. Мы эту задачу поставили перед собой. Решение здесь только одно – строительство новых школ и реконструкция существующих. Эта программа существует второй год, и по расчетам в стране скоро появится 6,5 миллиона новых учебных мест. Отрадно отметить, что более 1000 мест из намеченных относятся и к нашему району. В начале прошлого года Петраковская средняя общеобразовательная школа приняла первых учеников. Это и другие школы были включены в федеральную программу при непосредственном участии главы района Джамбулата Шапиевича Салаова. 2017 год тоже был значим для Хасавюртовского района. В двух селах построены две школы. Если в Кадрутаре уже работает новая школа на 120 мест, в Карланюрте только завершено строительство новой школы на 500 мест. 25 февраля готовность новых образовательных учреждений к открытию проверила заместитель председателя правительства Республики Дагестан, министр образования и науки Республики Дагестан Умопазиль Амарова, сопровождение первого заместителя главы администрации района Загира Гаджиевича Баташева, заместитель министра, руководитель Миноборнауки Республики осмотрела помещение школы, оценила благоустройство прилегающей территории и переговорила с директорами школ и представителями подрядных организаций. Такой вопрос. Сейчас мы получили вот письмо Министерства образования, по-моему, за вашим подписью, да, что да, да, у нас нет в школах этих. Нет, надо помещение. Базиль Амарова отметила современное материально-техническое оснащение школ. Кабинеты оборудованы всем необходимым для организации полноценного образовательного процесса. Интерактивные доски и компьютеры, цифровые приборы и сенсорное оборудование. На прилегающей территории школ также созданы все условия для комфортного и разностороннего физического доступа школьников, добавила она. Герой Советского Союза, полный кавалер, Советского Союза, полный кавалер, Советского Союза, полный кавалер, 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 полный
какой интерес? Расскажите, пожалуйста. Да, у нас дети в последнее время очень заинтересовались чтением. Мы получили новые учебники по художественной литературе в прошлом году. Очень хорошая художественная литература. Дети берут, меняют книги, они с таким азартом. Ну что, например, какую-то можете назвать? Сказки читают они. Сказки? Да, сказки. Это младшие. Начальный класс в основном сказки. Да, а вот я имею в виду дети постарше. Старший класс в основном тематические берут. Коллеги, мы библиотека не для того, чтобы поставить точки, и мы ходили все большой компанией и смотрели туда. Вы прекрасная женщина, но, пожалуйста, надо заниматься тем, чтобы прививать любовь к книгам. Понимаете? Не надо, это все останется пустым звуком. Если наше поколение, наши дети не будут читать, и они же, самое главное, там формируется их и грамотность, и умение мыслить и говорить. Литература – это жизнь. Вместе с тем Умпозил Омарова выразила обеспокоенность уровнем подготовки учителей к использованию современных информационных и образовательных технологий. Заместителю министра поручено организовать для учителей выездные курсы повышения квалификации в целях усовершенствования навыков применения установленного учебного оборудования в ходе образовательного процесса. Чтобы не получилось так, что компьютеры стоят, а учитель по старинке занимается. Средний возраст какой педагогов? А разве у вас все молодые? Нет, есть да. Взрослые учителя. Вот эти взрослые учителя, как будут в этой системе работать? Вот когда мы кроме курсов ДИРО, как вы говорите. В 2001 году мы впервые получили компьютер. Да. Вот тогда мы начали обучать наших учителей, составили графики. У нас есть учителя информатики, там физик учитель, очень хорошие там компьютерщики, можно сказать. Вот они начали обучать всех наших учителей. Вот вы можете сказать, что сейчас все обучены или не можете? Я скажу, 96% обучены. 4 это что? Это есть... Полтора человека? Нет, это взрослые люди, которые сегодня-завтра хотят, они уйти. Есть такие у меня, которые со слишком уходят от них. Сколько угодно мы можем об этом говорить, знания компьютеров, которые когда-то были, недостаточны для работы в современных условиях с этими кабинетами. Я заявляю, что мы будем проверять, даже после всего того, пока вы не выполните, вся школа не пройдет вот эти курсы, причем эти курсы мною будут даны указания, их на видео записывает человек, чтобы мы знали, видели каждого преподавателя. Это связано с тем, что нам необходимы люди, которые сегодня свободны. Само качество подготовки детей, оно не может быть без качества подготовки учителя. Зачем говорить вот просто банальные вещи? И давайте так, были даны указания, ничего не сделано. Давайте перестанем друг друга обманывать. И нам давайте делать так, как это положено. Это новое оборудование, это все... Настолько сложно, это федеральные средства сюда вложены, вы прекрасно это знаете. Поэтому за каждую копейку, за каждую школу мы будем строго спрашивать. Нет, будем ставить вопрос о смене директора и так далее, и так далее. Вы меня поняли. Эти ноутбуки, они должны так с ними работать, не новости смотреть там и играться в компьютер, а заниматься тем, чтобы полный контент, содержание, новые образовательные технологии, все свои записи, все это должно быть. Во-первых, единая сеть обязательно должна быть по сети. Во-вторых, чтобы люди работали творчески. Это им возможность. Может, дома у них нет компьютеров, но зато есть возможность здесь сидеть, вкладывать в образование. Без какого-то серьезной работы. Ведь сейчас многое есть на самых разных сайтах. Откройте, что хотите. Есть и технологии передовые, и методы, которые в рамках наших федеральных государственных образовательных стандартов позволяют использовать это все. Я вас прошу, персонально за все отвечайте. А не так, чтобы закрытый там был, лежал ноутбук, а учитель сидел и по старинке занимался, там себе писал какие-то пометки. Вот работа и еще раз работа. Надо курсы, давайте
для всех организуем школ, значит, отдельно, новых, отдельно. Можно, я не знаю, как мы это, но это сделать надо. Также министр дала указание ускорить представление документов для лицензирования медицинских и стоматологических кабинетов в школах. Кроме того, Омупазиль Омарова обратила внимание главы муниципалитета на необходимость введения штатных должностей психологов и логопедов. По словам министра, новые школы должны стать главными образовательными центрами в районах. Они будут опорными площадками для других школ, оказывать им необходимую методическую поддержку и курировать реализацию приоритетных образовательных программ, подчеркнула она. Министр обошла практически все кабинеты Карло-Ньютовской средней школы, актовый зал и кабинет музыки, где она сыграла известное произведение, чем и удивила всех. Слушай, такие инструменты стоят. Раньше такого близко не было. Вот в музыкальных школах не было. Особое внимание вице-премьер уделило обеспечению пожарной безопасности и антитеррористской защищенности объектов. В некоторых школах отсутствовали тревожные кнопки. Подробно изучу детали готовности всех объектов образования к открытию заместитель председателя правительства Республики Дагестан, министр образования и науки Республики Омупазиль Омарова дала завершающие рекомендации по устранению недочетов и недоработок. Поблагодарила главу Хасаиртовского района, что прилегающие территории и подъездные пути были облагорожены. Уезжая, министр процитировала слова главы Республики Дагестан Васильева, что с каждым годом будут сокращаться количество школ, занимающихся в третью смену, и в Дагестане не собираются снижать темпы строительства школ, в том числе и в Хасаиртовском районе. К слову, в школах Северного Кавказа проблема с трехсменным обучением будет решена до конца 2021 года.